Площадь малого поршня пресса в 1000 раз меньше площади большого. Какая сила действует на малый поршень, если сила давления, производимого большим поршнем, составляет 25 тысяч ньютонов? Пресс. Есть малый поршень, есть большой поршень. Обозначим их как. Есть малый поршень и большой поршень. Мы говорим о том, что площадь малого поршня в 1000 раз меньше площади большого. Можем записать, что S большое у нас равно 1000 площадей малого. И кроме этого, давление, производимое большим поршнем, F большое, равно 25 тысяч ньютонов. Нужно определить, какая сила действует на малый поршень. Считаем, что это малый поршень, вот это большой поршень. Жидкость, давление, естественно, жидкость передает все точки одинаково. Поэтому вот эта площадь большой, это площадь малая. Сила, которая действует большого поршня, F большая, здесь, естественно, сила F малая. Поскольку давление одинаково и для малого поршня, и для большого поршня, мы можем записать вот такое значение, что давление вот в этом месте равно чему? F малого делим на S малого. Ну, естественно, давление в этом месте такое же точно будет. P равно F большое делить на S большое. Давление-то одинаковое. P и здесь жидкость-то передает давление во все точки одинаково. Вот эти маленькие кусочки давления и здесь будут одинаковы. Вот это давление, значение само P, можно приравнять из малого поршня и большого поршня. Вот это P и это P у нас будут одинаковы. Мы можем записать, что F малое, деленное на S малое, равно F большое. Делить на S большое. Мало-то у нас еще в условиях есть, что S большое, а 1000 S мало. Определим это. Что нужно определить? Нам нужно определить, какое давление малое. F малое будет равно F большое умножить на S малое и делить на сколько? На S большое. Перепишем еще раз это все, только немножко по-другому. F большое запишем. Это F малое равно умножить на S малое. А вот S большое мы занесем вот это значение. На 1000 умножить на S малое. Что мы получаем? Мы получаем, что вот это значение прекрасно сократилось. Мы получаем, что f малое равно f большое делить на 1000. Ну а теперь подставим то, что у нас осталось. F большое это что 25 тысяч ньютонов делить на 1000. Получили просто 25 ньютонов. Итак, f малое равно 25 ньютонов. Воспользовались тем, что давление жидкость передает везде одинаково. Давление здесь и давление здесь одинаково. Разница в том, что это давление действует на большую площадь, естественно, сила больше. А тут площадь меньше, поэтому, естественно, сила меньше.